Ты идешь или нет? Я сейчас займу твое время. Привет, друзья! Во-первых, я хочу сказать всем спасибо, что вы пришли, что вы здесь, что вы с нами. Я думаю, что вы здесь по тому же поводу, что и я. Мы здесь для того, чтобы сказать власти, что мы недовольны, что нас не устраивает то, что на выборы притащили каких-то кандидатов-клоунов, и нас вынуждают голосовать за единственного Путина, а кандидат от оппозиции нормального.